Дорогие друзья, вам знаком такой бренд L.L. Елена Григорова, дизайнер. Здравствуйте. Здравствуйте, очень приятно. Я счастлива, что пришла на это событие, да, «Семья года», так как я дизайнер одежды, а именно мы создаем одежду для женщин, в основном из шелка и парчи, и это исключительно натуральные материалы, и фишка наша в платье картины. Это как ДНК нашего бренда. Но что хочу сказать, что как раз очень интересное событие этого года, и я еще пока не создала своей семьи, поэтому надеюсь, что сегодня будет не безинтересный вечер для меня. Отлично. А вот ни для кого не секрет, да, что в семейных отношениях стоит идти на уступки. Как вы считаете, Елена, кто больше должен уступать, мужчина или женщина? Ну, безусловно, женщина. Я сама по себе гибкий человек, даже, наверное, слишком гибкий. А если мужчина начинает злоупотреблять? Ну, здесь нужно четко отслеживать этот момент и не допускать этого, потому что в ущерб себе ни в коем случае не нужно быть гибкой. Ну да, собственно говоря, я согласна. Но что делать, если вот вы так этого мужчину любите, что вы вроде как уже и готовы пойти себе в ущерб? Вы знаете, нужно не забывать ни в коем случае о себе и любить себя в первую очередь. Ты будешь любить себя, и ты будешь чувствовать уважение и гибкость, наверное, мужчины даже где-то. Вот смотрите, у нас так складывается ситуация сейчас вообще в мире, что брачный возраст, он существенно сдвинулся, так примерно лет на 10 подвинулся, а то даже и больше, и на 15. И как вы к этому относитесь? Вы знаете, очень положительно, поскольку в 20 лет я, как мягко говоря, даже не думала о создании семьи, а сейчас только время подходит. Елена, ну я от всей души желаю вам встретить свою вторую половинку и найти свое счастье, и чтобы это счастье продлилось всю жизнь. Благодарю вас. Я думаю, что так и будет. Спасибо.